смотришь, да, когда куда садится? Метров 700, наверное. Чан прыгал на этих деревьях, конечно. Спускался тоже с парашютом и прыгал. Тормозил на этих деревьях. У меня знакомый, он в этих в костюмах прыгает они. В Италии это вообще, конечно, страшно. Там должно быть 50, говорит, где-то 50 прыжков самостоятельно с парашютом. И потом... Этим занимаетесь? Это пищевое датчик, да?
нет, мне кажется, что уже так это... Как летчикам, если вот интересно, надо еще какие-то задания выполнять, как бы тренифицировать. Хотел быть пилотом. А не, я себе так не доверяю. Эти хорошо так на скорости пролетали. Ребята. Как орлы так находят разных вот этих вот мышек вот у нас на таком расстоянии. То есть что же вот они вот так вот летят и мышку видят, это все. Я не тяжелый, нормально все. Я могу выдохнуть. Меня знакомый рассказывал, что... Говорит, как только бомбить начали, говорит, хорошо, что я в туалет сходил. Говорит. Ну как-то вот на удивление никто не кричит как-то. Наверное, просто настолько завораживает, наверное, здесь. Мне кажется, и так хорошо, так интересно так тоже. Взлеты такие действительно. Как чайки, которые садятся на воду.